Всем привет, меня зовут Дмитрий Аруджов, и вы смотрите вторую часть видеошколы «Барабаны шаг за шагом». Напомню, что все части вы можете приобрести на сайте thedrums.ru, а также записаться ко мне на индивидуальные занятия по скайпу. Начнем разбирать. Бочка один раз получается в такте. Бочка. Так, это у нас идет первая часть вступления. Видишь, бочка пошла постоянно, да? И помедленней. Так, все, с этой частью разобрались, дальше. Ну вот брейк. Теперь помедленней. Но здесь, в общем-то, идет тот же самый ритм с томами. Опять тот же брейк. Так, вот, смотри, значит, куплет мы играем уже без томов. То есть у тебя получается рабочий без хэта. Да, куплет так играем, и в конце короткий брейк такой несложный, в общем. То есть играем с левой руки. Если уж мы ведем, говорится, нам нет смысла там переключаться как-то по-другому, чтобы было удобно, просто играем с левой руки. Медленно. Там бочка играет с рабочим. Бьем правый и левый, да? Плюс бочка дублирует эту партию. Вот в этой части вообще ничего нет, кроме ритма. В конце опять вот эта штука. Играем, как в начале, опять с томами. Третий куплет. Здесь вот чуть-чуть по-другому. Плыть или не плыть, думал Чапаев. Да, вот в общем тут бочке придется немножко поиграть. Да, смотри, значит. Она наслаивается на рабочий. Ну, все правильно, да. Угу, вот так, значит, медленно. Все, они повторяются. Я так понимаю, там потом идет затухание, да? И в этом месте уже можно делать импровизацию. В общем, все, вот и вся песня. Ну ладно, все, спасибо тогда. Все, пока.